Всем привет! Мы сегодня в Евпатории. Что увидим, все покажем. Мы поехали. Подъехали к пляжу Лазурный берег. Припарковаться негде. Разъехаться, еле разъехались. Дороги узкие, стоят и по обочинам машины. И сюда едут, в эту сторону, и в обратную сторону. Это, конечно, что-то с чем-то. Одни машины. Сейчас посмотрим, что на пляже делается. Через центральный вход не пойду. Зайду вот через вот этот вход. Нам что самое главное? Посмотреть, сколько у нас загорающих и купающихся. Пляж озера Майнаки. Душ, туалет, аренда шезлонга, спасательный пост. Все здесь есть. Данная погода не написана. Ага, это пляж пансионата Планета. А вот дальше, где вот шатер белый, это уже Лазурный берег. Ну, давайте пойду. Пройти можно? Можно. Спасибо. Температура воды 24. Нормуль. Написано спасательный пункт. Желтый флаг тоже. А отдыхающих-то и не очень-то много, кстати. Ну, вода теплая, 24 градуса, это отлично. Вертолет летит. Ой, как низко. С ума сойти. Чего себе. На пляже Лазурный берег. Народу побольше. Это дорого? А вот здесь от пансионата пляж. Я считаю, что это немного. Сейчас потрогаю здесь воду. Теплая водичка, классно. Мы пройдемся немножко на тот пляж. Вот здесь мы перешли с вами плавно на пляж Лазурный берег. Ура! Купаюсь, отдыхаю. Не, ну здесь солидно. Какой популярный пляж. Хороший, шикарный, оборудованный. Здесь такие кафе, рестораны, душевые. Ой, вообще шашлычки. И покушать можно. Ну вот, ребята, 17 июля. Сейчас 2 часа дня. Такая обстановочка на пляже Лазурный берег. Улетел скат. А в море-то сколько? Ой, купаются много. Теплая вода, очень теплая. Будет
Как я люблю смотреть, когда фотографируется вот так в воде. Какие они счастливые. Какие глаза. Это вот вообще... Обожаю, просто обожаю смотреть, когда делают селфи или фотографируются. Как говорит, стать так или так? Песочек такой. А здесь вообще такой рыженький такой песочек, крупный, чистый. Погода фантастика, фантастика. По пляжу я не пойду, просто вам показываю репортаж именно с пляжа, с купания. Там, где загорают, отдыхают. Водичка чистенькая. Довольный карапуз. Чего себе. Даже выступления проходят. Можно покушать здесь. Да. У нас здесь торговать. Кукурузу чем-то таким нельзя, запишите. А где у меня кукуруза? Ну, я вам вообще просто сказали, что вы торговали. Не могу, подошла охрана и сказали, что я кукурузой торгую. Что я кукурузой торгую. Сказали, что если видят у меня кукурузу, вся в море будет. Ой, я не могу, но вы меня распустили. Ой, я не могу. Я думала, тоже нельзя снимать, а тут из-за кукурузы. Ой, мамочки, ну не смеши. Место для курения, видите, отдельно взяла. Ой, не могу, смешно. Все. Кукурузу не даю продавать, значит, пошла. Thank you.
кто-то прикололся надо мной вообще. Ну, пляж действительно отличный, такой комфортный, уютный. Все здесь предоставлено для отдыха. Вообще мне очень понравилось. Все, машины, одни машины. Единственное, проехать сюда проблема. Кукурузу продавать ни в коем случае нельзя. Иначе вся кукуруза будет в море. Все, всем, ребят, пока.